желание отдохнуть ребенку за пределами республики, оно, конечно, приветствуется, но мы к этому не можем иметь никакого отношения. Поэтому просто по коммерческим ценам, я думаю, вы можете приобрести путевку на сайте того лагеря, который, в который хотите попасть. Хорошо, тогда хочу вас к республике вопрос. Звездочка, значит, в каком объеме работает? Да, в этом году мы планируем открытие звездочки 4 смены с 1 июня в полном объеме. Всего доброго.